Тем временем в Оше, несмотря ни на что, продолжается строительство социально важных объектов. Так, в селе Мейрбан на окраине южной столицы стартовали дорожные работы. Тут появится современный автобан длиной более километра. Также строятся новые детские сады. Делается все, чтобы город смог в кратчайшие сроки вернуться к нормальной жизни после окончания эпидемии. Успеть закончить все вовремя, несмотря на пандемию, стараются рабочие. Для жителей села Мейрбан на окраине южной столицы эта дорога жизненно важна. Она строится по самым современным стандартам, под жестким контролем и качество гравия и работу по укладке асфальта. Асфальт, лоток. Сейчас делаем лотки по обеим сторонам дорожного полотна, после приступим к асфальтоукладочным работам. Эта дорога должна прослужить людям долго, все должно быть сделано качественно. Первый этап строительства трассы длиною более километра и шириной в 7 метров уже подходит к концу. Открыть дорогу планируют уже в течение месяца. Ее попросили отремонтировать местные жители, которые сегодня очень благодарны, что, несмотря на пандемию, в местной казне все-таки нашли деньги на реконструкцию дороги. На эти цели выделили 9,5 миллионов сомов. Еще одна стройка – детского сада. После открытия сюда смогут пойти 120 ребятишек. Оно запланировано в кратчайшие сроки. Подрядчик обещает сдать двухэтажное здание в сентябре. Несмотря на пандемию, которая забирает очень много времени, внимания и средств, идет строительство жизненно важных объектов. Это дороги, детские сады. Три новых детских сада с марта мы уже построили. Сейчас в густонаселенном микрорайоне Туран начали строить еще один. Также в Оше скоро стартует строительство инфекционной больницы для взрослых, которой тут не было со времен Союза. Я верю, что мы все вместе победим вирус ответственно и дисциплинированно и вернемся к нормальной жизни. Для этого мы стараемся создавать условия и находим средства. Сметная стоимость строительства этого детского сада составила 40 миллионов сомов, тендерная – всего 25 миллионов. Всего во второй половине года в Оше запланировано сдать еще несколько новых детских садов. Строительство и реконструкция жизненно важных объектов для горожан идет бесперебойно. Майра Мурзакулова, Джангл Турдумаматова, Эркевай Шералы Уулу, Бигджан Рыспай Уулу, ЛТР Ош.